Друзья мои, всем большой-большой привет! Рада вас видеть на своем канале Вязание с Татьяной. И сегодня мы с вами продолжим обзор по пряже. Пряжу, которую мы с вами приобретаем в рамках совместной покупки. Вся информация о том, как к нам присоединиться, есть под этим видео, если вы перейдете по ссылке в группу ВКонтакте. Заходите в группу и присоединяйтесь к нам. Конечно же, все вопросы по оплате, как купить и приобрести – вы задаете только в группе. На YouTube я не отвечаю на такие вопросы. И еще обращаю ваше внимание, если вы мне хотите написать сообщение в группе, да, вообще ВКонтакте, вы заходите на мою страницу в группе и пишите мне написать личное сообщение. Только так. Остерегаемся мошенников, не попадаемся на их уловки и пишем через личную страничку. Итак, давайте начнем просмотр. Пряжа приехала к нам из Екатеринбурга. Первое то, что я достала, это моточек Alize Cotton Gold или Cotton Gold. Вот такая красивая расцветка. В 100 граммах 330 метров, 55 хлопок, 45% акрил. Будем мы с вами, конечно же, шуршать. То, что смогу открыть, открою. Ну, а то, что не смогу, к сожалению, не получится. Дальше. Еще одна упаковка Alize Cotton Gold. Такой лимончик. Посмотрите, какой красивый, яркий цвет. Камера передает правильно цвет. Это номер цвета 668. А вот это, я, по-моему, не сказала вам номер цвета. Это 3302. Значит, розовая вот эта 3302. Cotton Gold Batik и 668 Alize Cotton Gold. Лимончик такой. Дальше. Еще одна упаковочка Alize Cotton Gold Batik. Это у нас номер цвета 5952. Тоже разноцветная упаковочка. Вы цвета все видите на экране. Дальше, девочки, упаковочка ажурной, 01 цвет, 10 моточков в одной упаковке. Это у нас по составу, я думаю, хлопок, да, открывать, естественно, я его не буду, кипельно-белый, 100% мерсеризованный хлопок, 50 граммов. 280 метров, 10 моточков кипельно-белого цвета. Дальше, новиночка от Yernard. Это Yernard Manhattan. 10 моточков, пряжа для любителей люрекса. Кто любит с люрексом, вот, пожалуйста, для вас пряжа новинка от Yernard. Обалденные цвета, это бронзовый цвет, очень красивый в реальности. Номер цвета 912. Состав 56 металлик, 7 шерсти, 7 вискозы, 30 акрил. В 50 граммах 200 метров. Вот такая вот золотая красота. Реально золотая. Очень блестит, прям бронзовое золото. Очень красиво. Дальше. Один моток. Смотрите, какой огромный. На 500 граммов моток. Это Alize Puffy Fine Ombre Batik. Так, 5 мотков получается, значит, в одном моточке, вот в этом, 500 грамм, 73 метра. Номер цвета 72-79, микрополиэстер, это 100%. Дальше у нас упаковка Газал Baby Wool, обычный, 50 граммах, 175 метров. Номер цвета 801, 40 акрил, 20 кашемир. 40 мериносовой шерсти. Чисто белый цвет. Дальше. Alize Cotton Gold. Еще одна упаковочка мятного цвета. Номер цвета 610. Прям лето. Чувствуется приближение весны, лето. Девчонки заказывают летнюю пряжу. Ее больше становится. Так. Упаковочка. И еще одна. Yernard Саммер, который упакован вот в такую косметичку, да, то есть вы повязали, связали,
и пользуетесь этой косметичкой. Вот такой красивый цвет. Мы видим с вами такие вот переливы, как будто люрекс, но нет. Состав у этой пряжи 70 хлопок, 30% вискозы. В 100 граммах 350 метров, девочки. Это номер цвета 20. Вот такая красивая пряжа. И чисто белый цвет. Это номер цвета 03. Дальше. Ализе. Таких два моточка. Ализе Белла Амбре Батик. Два мотка. С прошлого сезона она появилась. Мы ее стали в прошлом сезоне привозить. Вот так выглядит. Посмотрите. Амбре прям такой красивый. 250 грамм, 900 метров. 100% хлопок. Обалденная, приятная пряжа. Очень хорошенькая. 74-05 номер цвета. 900 метров в моточке. Так, одна упаковка. Дальше. Трикотажная пряжа, один моточек. Сальтера. Я думаю, тоже многие ее знают. Вот такая пряжа. Ширина нити 7-9 мм, 100 метров длина. 100% хлопок состав. 100 метров, цвет номер 80, один моток. Дальше вот такая есть пряжа, она без опознавательных знаков. Есть на сайте раздел, здесь идет и ангорка, и чистая шерсть, поэтому сейчас я не подскажу, какой это номер, цвет и какая это пряжа, девочки. Все можно смотреть на сайте. Они, к сожалению... А, нет, смотрите, вот есть. Это меринос, да? 04 цвет, коралл считается. Значит, это мериносовая шерсть. Дальше, вот еще одна упаковочка вот с таблеточками. Это у нас ангорка, цвет номер 16. Две штучки в упаковке. Еще одна упаковочка Ернард Саммер, белый цвет. Дальше. Ализе Белла. Маленькие моточки по 50 грамм. Белла Батик, 100% хлопок. 7103 номер цвета, 50 граммах, 180 метров. Вот такая расцветка. Вот, ее видно. Шикарная расцветка. Дальше. Нака Бомбина Марвел. Нежно-голубой цвет. Номер цвета 10556 или 9030. 9030. 25 шерсти, 75 акрила. 50 граммах, 130 метров. Пряжа, конечно же, многим она вся известная. Здесь пока идет без новинок. И очень часто, естественно, я ее привожу, и мы ее с вами наблюдаем. Очень часто. Так, дальше. Ализе Лана Голд, классическая, в 100 граммах 240 метров, 49 шерсти, 51 акрил. Номер цвета 01. Вот такая упаковочка. Дальше. Две упаковки Ернард Саммер. Это такой, ну, бежевый, наверное, цвет. Бежевое золото. Номер 42. Две упаковочки. Вот такие. Дальше я достала вот такую красивую желтую пряжу. Я вот не знаю, я последнее время прям очень подсела на желтый цвет. Он мне нравится во всех проявлениях, во всех тональностях. Очень красивый бомбический цвет. Это пряжа Газал Органик Бэби Катон. 100% хлопок, девочки. 50 граммах 115 метров. Вот такой моток. Он, конечно, более желтый, просто сейчас он прям ярко-ярко передает вам его.
Я из органика сейчас начала вязать джемпер в рамках марафона 12 месяцев. Но не из желтого. Желтого у меня нет. Очень классная пряжа. Она мне очень нравится. 420 номер цвета. Прям желтый-желтый. Прям вот мимоза цвет. Очень красивый. Alize Cotton Gold Fine. Чисто белый цвет. Так, 55 хлопок, 45% акрил. Номер цвета 55. В 100 граммах 660 метров. Alize Cotton Gold. Смотрите, еще какой насыщенно ярко-зеленый. Очень красивый цвет. Давайте я поближе вам его покажу. Прям вот чувствуется, хочется ярких красок. Уже зима замучила нас. И прям хочется яркости. Вот такой моток, такого красивого цвета. Номер цвета 612. Посмотрите, какой красивый. Яркий моточек прям. Дальше упаковочка Alize Bella. Малышка. 100% хлопок, номер цвета 465. Дальше две таблеточки еще. Это у нас меринос, цвет номер 13, лиса. Alize Diva Silk Effect, одна упаковочка. Номер цвета 130, в 100 граммах 350 метров, 100% микрофибра. Фокус что-то теряется, не хочет нам показывать всю прелесть красоты. Дальше, Alize Bella в мятном цвете, такая, номер цвета 465. Alize Cotton Gold, тоже мятный цвет, 610 номер цвета, он даже мятный, как-то изумруд переходящий, вот в реальности больше так похож. Дальше Alize Cotton Gold серый, это у нас номер цвета 87, девчонки, серенький цвет. А еще одна упаковка Alize Cotton Gold. Сиреневый уже, да? Идет цвет. Номер 166. Упаковочка. Ернард Саммер. Еще номер цвета 20. Зелененький. Так, дальше. Добавочная нить для носочков. Кто вяжет носочки, добавляет эту ниточку себе. Цвет суровый. Состав полипропилен. 50 граммов 200 метров. Одна упаковка. Дальше упаковочка Лючия. Пряжа. Лючия салатовая. По составу лиоцель 96% и нейлон 4%. 50 граммах 160 метров. Цвет номер 026. Не знакома я с этой ниткой. Несколько раз уже ее девочки брали. Но я с ней не работала. Дальше. Упаковочка Drops Kit Silk Unicolor. Это пряжа от Drops. 5 моточков упаковки. Состав 75 мохер, 25% шелка. Не скажу номер цвета, потому что в доступном месте я не вижу. 25 грамм, 210 метров, девочки. Вот такая одна упаковка. И вот такая упаковочка пайеток. Добавочная ниточка с пайетками. Это номер 37, изумруд.
Так, дальше, девчонки. Alize Cotton Gold Fine. Такая нежно-кремовая расцветка. Номер цвета 382. Одна упаковка. Дальше еще одна упаковка Cotton Gold Batik, как мы с вами и смотрели уже. Еще одна упаковка Alize Bella, такая же. Дальше упаковочка жемчужной, номер цвета 30, светлый терракот. 50% хлопок, 50% вискозы, в 100 граммах 425 метров. У меня окошко открыто, потому что все-таки весна, да, как-никак, и уже достаточно жарко. Ну и бывает, доносятся какие-то звуки. Так, следующая. Упаковка Троицкой. Это у нас Lana Grace Classic. 25 мериносовая шерсть, 75% акрила, в 100 граммах 300 метров. Это номер цвета, полынь, 04-49, 5 моточков. Смотрите, какая расцветочка. Alize Cotton Gold Batik, номер цвета 65-19. Красивое сочетание здесь цветов. Все очень такие красивые. Дальше. Ернард Деним Вашет. Классная пряжа. Так, у меня тут все уехало немножко. Поправим. Классная пряжа. Она мне очень нравится. Давайте мы с вами ее посмотрим. Вот такой 50-граммовый моток. Очень классная пряжа. Она такая мягкая. 80% хлопок, 20% акрила. 50 граммах 130 метров. Номер цвета 910, девочки. Обалденная, невероятно мягкая пряжа. Кто вяжет вот из такого плана пряжи, обратите на нее внимание. Пряжа неимоверно мягкая и очень классная. Очень она мне прям понравилась и нравится. Следующая упаковка. Детская новинка. 50 граммах 200 метров. 100% акрил. От Пехорки, естественно. Детская новинка. Вообще всем известная пряжа. Номер 180. Светлая бегония. Дальше. Alize Super Lana Midi. Тепленькая пряжа, 25 шерсти, 75% акрила, в 100 граммах у нас, сколько, наверное, 100 метров, да? 170 метров и номер цвета 152. Так, здесь упаковка Lana Grace Classic, вот в таком бирюзовом цвете. Светло-голубой, номер цвета 0300. Красивый очень цвет. Еще одна упаковка миди, как мы только что с вами посмотрели. Дальше Alize Cotton Gold. Еще одна такая упаковка. Ну, как бы идут они повторами, да, такими. Дальше. Одна упаковочка Gazelle Baby Cotton. Тоже всем известная пряжа. Номер цвета 34-25, 50 граммах 165 метров, 40 акрил, 60 хлопок. Дальше детская новинка, серая, номер 08, светло-серая. Это еще не все. Сейчас я все достану. Надо достать сначала. Так, вот такие две упаковочки. Посмотрите. Белое кружево. 4 моточка в одной упаковке. Так, в 50 граммах
475 метров, 100% мерсеризованный хлопок. 01 цвет, это белый, чисто белый цвет. Дальше. Вот такая Softness, семеновская пряжа. 47 хлопок, 53 вискозы. В 100 граммах 400 метров. Чисто белый цвет также. Это у нас номер цвета ультрабелый. Не вижу по-другому цвет. Вот ультрабелый цвет. Дальше Ернат Саммер. Также чисто белый цвет 03. Дальше упаковочка Ернат Манхэттен. Его не могу не открыть. Посмотрите, какой красивый. Вообще яркий такой блеск. Номер цвета 904. Вот такой. Очень красивый. Мне кажется, у Манхэттена все цвета обалденно красивые. И серые, и черные, и голубые, бронзовые. Там одного цвета черного только два вида. Есть ярко такой насыщенный, да, а есть мерцающий. То есть на любого потребителя. Очень красивые цвета. Одна упаковка. Дальше. Ернард Милана. Это тоже новиночка у Ернарда. Привозили мы с вами ее уже. 10 моточков упаковки. Невероятно мягкая пряжа. Ернард Милана. 50 граммах 130 метров. 8 альпака, 20 шерсти, 8 вискозы, 64 акрила. 4 компонента в составе этой пряжи. Цвет номер 873. Вот она, мягкая. Готовимся уже сразу к зимнему сезону. А то как ближе к делу наступит, а вязать-то и не из чего. Как обычно это и бывает. Дальше. Одна упаковка Lana Gold Plus. Так, этот я заклею. Lana Gold Plus. Номер цвета 207, в 100 граммах 140 метров. Состав. Какой у нее состав? Наверное, 51 акрила, 49% шерсти. Вот такая упаковка. Пошуршу немножко. Так, Ализе букле, буклированная пряжа от Ализе. Давайте посмотрим. Для любителей вязать из букляшечек. Смотрите, какая она красивая. Красивая, красивая. 49 шерсти, 24 хлопок, 24 акрила, 3 полиэстера. 60-30 номер цвета, в 100 граммах 200 метров. Одна такая упаковка. Будет еще. Это номер цвета 60-30, как я и сказала. Дальше упаковка Ализе Lana Gold Fine. 100 граммов 390 метров, 49 шерсти, 51% акрила. Это у нас номер цвета 187. Еще одна упаковочка Ализе. Номер цвета 60-26. Тот был в черноту, а этот, мне кажется, в синеву. И еще одна такая же упаковочка букляшки. Букляшечек. Дальше. Конечно же, еще Манхэттен. Посмотрите, какой стальной красивый блеск. Невероятно какой он. Блестящий. Вот он. Вот он. Как переливается красиво, да? Номер цвета 901. Так, еще упаковка Манхэттена. Это уже бронзовый Манхэттен. 912 номер цвета. И одна упаковочка Ернард Аллегра. Тоже это новинка от Ернарда.
Также в конце года мы стали ее привозить. Большое количество расцветок есть у Allegro. Ниточка, ну, вот такая вот она. Мягкая-мягкая. Это номер цвета 742, значит, состав 13 шерсти, 41 полиамид, 46% акрила. В 50 граммах 145 метров. Одна упаковка. Так, также у поставщика есть у нас всякие аксессуары для вязания, да? Я думаю, вы знаете, если вы меня смотрите. И в каждой поставке они, конечно же, присутствуют. Все приходит в пакетах. Как мне его развязать? Прям не могу развязать. Так, ну обрежем. Был пакет и нет пакета. Так, здесь идут у нас бюджетные спицы. Спицы на тросиках. Хорошие спицы, замена. Если не хватает, например, в процессе, да, поняли, вяжем, надо развести или надо просто дополнительные спицы. Очень хорошие спицы, очень-очень бюджетные, девочки. По составу хорошие, ой, по качеству хорошие. Так, здесь крючочек металлический, ну, маленького размера. Колпачки для спиц, линейки для определения номера спиц. Крючок на деревянной ручке. Это все есть на сайте, конечно же. Вы можете все посмотреть и все выбрать. Дальше еще металлический крючок. Так, это первый пакет. И второй пакет. Открою я его, смогу? Смогу. Боюсь переломать. Так, что здесь? Здесь лесочка на 150. Это для спиц Нитпро. Булавка петлесъемная. Так. Огромное количество деревянных спиц носочных. Это бамбуковые, наверное, или деревянные они. Деревянные спицы. Дальше идут спицы металлические. 20 сантиметров. Номер 3. Тунисский крючок. Еще тунисский крючок. Спицы носочные 23 сантиметра разных промежуточных размеров 2,8, 1,8, 2,4, 2,6 и троечка. Я вот нигде не встречала бюджетные спицы еще по такой хорошей цене, вот промежуточных номеров. Это единственный поставщик, у которого есть такие спицы. Так, еще булавочки. Булавки есть разных размеров, большие, это самая большая, и маленькие. Так, тут, конечно, тоже металлические спицы 20 сантиметров и разные размеры. Вот, вся эта продукция есть, как я уже и сказала, на сайте поставщика. Заходим туда, выбираем и пишите мне в личном сообщении в группу ВКонтакте. Все только через личное сообщение. Все, девчонки, я показала вам всю поставку, которая пришла ко мне из Екатеринбурга. На этом я буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр и хорошего всем настроения. И пока-пока.